Приветствую вас, дорогие друзья. И вскроем мы сейчас очередную посылку, пришедшую нам из Китая. Вот так вот она пришла. Заказывали мы ее с Таобао. Вот в пакете мы уже ее вскрывали на складе на нашем китайце. Поэтому вот так вот. Конечно. Здесь у нас сумочка имеется. Модненькая. Сейчас люди разгуливают в таких вот. И такого плана мы уже не первую, да, прислали. Мы заказали. Заказывали с какой-то периодичностью. Но сам с такой не хожу. Как-то меня немножко не смущает. То есть, ну, клиентам возим кожаную. Ну, качество, конечно, желает лучшего. Ну, так, сезон погонять, это и искусственно. Это не кожа. Вот это вот не кожаные вставки. Дермантин. Дермантин, да, скажем так. Поэтому посмотрим, что там у нас имеется. Имеется ремень. Прикольная штучка. Замутили. Интересно. Вот выдумщики вообще. Зуасень называется марка. Вот такая вот сумка. Скоро ее уже получит свой адресат. На этом сегодня все. Ждите следующих обзоров.